Привет-привет! 2 октября 2021 года. И мы вот здесь в Кострополе гуляем с Женечкой. Есть и такая скульптура красивая возле 15-го корпуса. И очень интересно, что вот этот вот мальчик, который сидит и слушает ракушку, ну, насколько всем здесь известно в Кострополе, он как бы слеплен из одного местного жителя. Он, конечно, уже взрослый. Ему уже около 50. Ну вот, но это он. Вот. Я отлично знаю его. Этого мальчика. Который дядька уже. Вот так.